Ежедневным трудом. Какой это кайф, пульс с тобой
him, he's bloody Ken. Oh yeah, he's bloody Ken. I mean, he's bloody Ken. Oh, oh, какой это кайф плыть с тобой. Вниз по реке. Вниз по реке. Вниз по реке. Ау, какой это кайф плыть с тобой. Вниз по реке. На парус, и мы не будем рулить. Чему на весло, ведь лодка сама может плыть. А мы по ночам будем звезды считать, а днем просто так пейзажно. И пусть Гамлет решает, а быть ему или не быть. Вниз по реке, вниз по реке, ау, какой это кайф плыть с тобой. Вниз по реке. Thank you.
Третья. Она параллельно ужасно построена. То есть справа. Наска Козу. Но остальные герои мы представим позже.
То, что мы хотим сделать,
многие из нас расскажут о своих планах, о своих проектах, о том, чем они собираются заниматься. Даша Карандашева. Которым я начала заниматься, когда стала играть на басу, это видеоблог, видеопроект, который называется «Басомания». Сначала он задумывался как видеоуроки для начинающих бас-гитаристов, а предыстория совсем была вот такая. Говорит мне как-то Маша Неголь: «Даша, мне тут надо вот сыграть на басу, покажи, как надо». И мы встретились, поиграли что-то, и времени нет, и я понимаю, что что-то нужно делать, и многие в такой же ситуации. И вот так, в общем, появились первые видеоуроки. Сейчас это ЖЖ-сообщество. Можно присоединяться, заходить, смотреть. Называется «Басомания». А потом я стала встречаться с бас-гитаристами, которые приезжают к нам сюда, дают концерты. И многие из них — это люди, которые всю свою жизнь отдали тому, что играет на басу или на контрабасе. В общем, это очень интересные встречи каждый раз. И я также снимаю про это видео. Последнее видео с Сьюзи Кватро. Я сейчас скачаю его на флешку, покажу вам непременно. Сьюзи на сцене 43 года. И в свои сколько-то там. Она, в общем, прекрасна. Вот я покажу. И, в общем, вот такой проект, он сейчас будет как-то развиваться. Я думаю, что это будет большое сообщество, связанное с басом, ну, не только с бас-гитарами, а вообще со всем, что есть басовое. Вот. Поэтому какие идеи басовые, присоединяйтесь, говорите, как-то что-то будет расти. Вот такой, такой проект. У меня пока все. Я видео покажу чуть позже. Песня про то, как я подружилась с чудовищем. Thank you.
дурно пахнет, дурно, но она реагирует бурно на то, что он пахнет дурно. Она реагирует бурно. Thank you.
землей, землей, словно тень скользил. Под луной, луной я облаком поплыл. Над горой, горой, как огонь горел. По степи с ветром полетел, с ветром полетел, с ветром полетел. Сейчас будет песня про кошмарное, хладнокровное убийство.
Да, очень смешно. Коза на мой, коза ему старая.
переулках день за днем. Сентябрьский ветер за каждым углом, остывающий кофе забыт на столе. Сентябрьский ветер в моей голове. Как мед, сентябрьский ветер поет, тянется нить осеннего дня. Сентябрьский ветер уносит. Продает эти альбомы, а те, кто, я напоминаю, что те, кто помог с тиражом, спонсировал тираж, могут просто подойти и сказать об этом и получить диск в подарок. Перерыв 10 минут. Всем спасибо. Я не послал. Представляешь кого? Саву! Роман Саву!
играет у нас на чем? На гитаре. На всем. На трубе. На печной. На самом деле он играет на баяне, кто не знает. На гитаре. Да, это правда. Это правда. На баяне играю, я думаю, что обязательно заиграю. Мы вернемся, и мы сыграем на баяне. И на аккордеоне еще, да. Но Рома планирует из Индии привезти себе ситар. Это такой... Ситар — это такая большая индийская штука, на которой... Можно попробовать, Роме. А что это за розовая веревочка? Это на самом деле... Это клеит ему по лицу. Что она держит? Мы просто переписывались по проекту. Говорит, Рома, чтобы у тебя... Клейн говорит, что... Рома, чтобы у тебя камера не дрожала, ты возьми, ты резиночку себе найди, как бы, завяжи ее на камеру, и когда вот так вот оттягиваешь будет, то дрожание меньше. Вот, и он и принес сегодня эту резиночку. Клейн, да, твоя резиночка. Для меня трогательный момент, вот я его пойду повесил на шею, вот, и вот сегодня вот с резиночкой сядет, чтобы меня не шептало. Еще вопрос про резиночку или еще про чё? Не женат. Но резино... На ком-то не женат. Но официально, в смысле. Но резиночками а, пользуются. Что скоро я женюсь. Он мне уже обещал. Он всем обещал. Это первый случай. А что такое настоящий поэт? Настоящий поэт, я никогда не видел. Настоящего поэта. В зеркало? Зеркало. Только. Да. Только в зеркало. Спрашивали, какая твоя любимая песня? Моя любимая песня, когда? Сейчас? Из своих. В разное время разные были. Сейчас это такой. Наверное. Декана Барнаульского университета, ныне суперпрограммист, бессменный барабанщик, вот уже в течение 2,5 лет участвующий во всех музыкальных проектах, Дима Дик. Вот уж точно не женат. Дважды не женат. Вау. Дима, можешь отвечать прямо в микрофон вам, спрашивайте. У настоящего барабанщика штанина закатана всегда. Да, да. Секрет. Да.
Давай. Ну, чтобы не цеплялось. Да. Дима, ты поешь что-нибудь на альбоме? Что-что? На альбоме ты поешь что-нибудь? На альбоме я пою «Отдалистное слово». Какое? Я знаю. Да! Это будет громко. Давай, давай. Шайтан! Да, да, это правда. Потому что Дима написал к одной из песен потрясающие соло на клавишных, которые можно услышать, да, и сам сыграл, которые можно услышать вообще только на диске, на концертах мы его не исполняем. Диск стоит 200 рублей. А какая песня? Вот девушка Маша. Альбом Маша ищет. А еще у Димы есть тоже своя песня, он ее уже готовит. Да. Я думаю, что она обязательно звучит. Когда-нибудь, где-нибудь. В хит-парадах. Дима Дик! Я с большим удовольствием представляю официального художника нашего творческого объединения. Весь фейс-арт, который был у нас на концертах, который вы видите на обложки диска, которые можно купить. Аня Зыкова. Создает нам настроение своими раскрасами наших лиц. Да, еще я вам опишу. И опишу. Творческому объединению «Центр Дэл». За все! А ты что-нибудь поешь на альбоме? За все. Это была Аня Зыкова. Аня Зыкова. А чуть погромче. Какая песня любимая у тебя в альбоме? В альбоме какая твоя песня любимая? В альбоме у меня песня. «Охотник». Женя Кнопина. Официальная танцовщица «Дзен-дзен-дзен». Вы видели вот этого бодхитхарму? Спросите ее. Вопросы Жени Кнопиной. А ты сегодня станцуешь? Моя любимая песня «Умна Маша». Это был ответ на вопрос. Причем на мой, видимо. Ну, она абсолютно... Она придает ощущение абсолютного счастья. А ты же еще в клипах участвовал? Да. Первый... А какой группы? Официальные актрисы. А еще Женя сняла недавно свой фильм, уже выложила. Выложила уже, же? Заходите на френд-ленту Жени Кнопиной, смотрите ее фильм. Да, еще Женя участвовал как актриса в клипе «Дзен-дзен-дзен», первом из по реке, который вы видели вот в начале презентации. И танцевала там, и танцевала во время концертов на этом, в это время этой песни. А сегодня? Женя Кнопина! Кельтский дух проекта. Спела песню «Вора», которую вы сегодня уже слышали, автор которой тоже записан на диске, который стоит 200 рублей, который можно купить вот там. Вот здесь. И вот сегодня она пела на японском языке потрясающе красивую песню «Лена». Просто ли. А где ты научилась так петь?
я занимаюсь вокалом. Учусь. Вообще, я не знаю, где проходит. Это произошло случайно. Случайно пришла на репетицию, случайно. Да, случайно, совершенно вдруг с того не сегодня, когда в жизни почти не пела, там, в ванной, просто в душе. Потом пришла, вот и... У вас в ванной репетиции да, проходит? В ванне во время клипа «Вниз по реке», это вот она там поет. «Вниз по реке», когда сам был. Сколько нам открытий. И запела. Я думаю, это дар Божий. Дар Божий, говорится. Да. Лена Лансамплани. Я хотел бы представить человека, которого сегодня здесь нет. Это официальный фотограф творческого мнения Аня Вербик. Фотографии, автором которой является, вы видите здесь, вы видите на обложке диска, который стоит 200 рублей, который можно купить. Вот. И она сопровождала нас на очень многих концертах, делала потрясающие фотосессии. Огромное ей спасибо, Аня Вербик. Георгий Сатлайни. Можно вопрос? Да. Ольга, ты кто? Дзен-дзен-дзен. Я ответил бы. И на прощание не помахал рукой. Я знал, что они скажут. Я играю. Выиграем. На всем, чем подвернется, и на том, на чем играть некому. Вообще нельзя. Ну и вообще. Вот этот инструмент, на котором Ольга играла, ей будет играть, называется мандолина. Даже струну порвал. Даже струну порвал. Когда, сегодня? Да. Ну, вот. Какой самый странный предмет, на котором ты играл? Самый странный? Ну, у меня его нету в наличии. Я играла на лабораторной посуде. Чтобы развести все чисто по нулям. Ой, ой.
мнению не сказал, ты с запада канаешь. В чем святость мне, скажи, хочу я знать. В чем святость мне, скажи, друг. В чем добродетель, ведь ты должно быть знаешь. Колись, чувак. В чем добродетель, давай, колись. И москит карма начал отвечать. Он начал отвечать. В чем добродетель, ты должно быть знаешь. Банкет Харван начал отвечать. Все пустота, святого вовсе нету. Все пустота, говорит, понял, да? Заслуги добродетели, пух и прах. Заслуги все, пух и прах. Короче, лоханулся ты конкретно, понял? Лоханулся тут и все. И все твои понады не при делах. Вот не так, чувак, понады. Короче, лоханулся ты конкретно. И все твои понады не при делах. Ай, так что же я пахал все время даром? Что же я просто так работал? Кричал удивитый, кто вообще такой? Че припершит с нас, твоими телегами? А не знаю я, ответил Бодхин Харман. Не знаю, говорит, я все тут. И на прощание помахал рукой. Он и помахал ему рукой. Не знаю я, ответил Бодхин Харман. И на прощание помахал рукой. Опа! Песня с альбомом Бодхин Харман. Автор Пух. Thank you.
легко. Yeah.
Спасибо. Прощай, охотник, духи предков не спят, ждут тебя и не спят. Мы отправим с тобой немного пищи для них. Прощай, охотник. Прощай, охотник. Теперь всегда будут стрелы в твоем колчане. Прощай, охотник, пусть будет добрая охота в долине теней. Пусть будет удача и на этой траве. Прощай, охотник. Туда, где источник, то племени ждет, ты теперь его часть, охотник. Прощай, охотник. Мы поем эту песню, копья в руках. Прощай, охотник, под голос бубна танцует пламя в кострах. И устами шамана боги скажут тебе. Прощай, охотник. Возвращайся к началу начал, туда, где источник. Племени ждет, ты теперь его часть, охотник. Thank you.
Спасибо. Yeah.
Спасибо. Спасибо. Сейчас мы споем еще одну песню. Будем фотографироваться. Давай, давайте. Погромче гитарку. Пират Боб пьет ром. Старый пират Боб весел и хром. Он вспоминает деньки, ха-ха, когда водились деньги. Когда сундуки были полны золотом и серебром. Золотом и серебром. Золотом и серебром. Золотом и серебром. Как старый пират давно по морям не ходил. Похоже, что это время осталось уже позади. Капитан уплыл куда-то на юг. А штурман пробил бортовой ноутбук. А командир абордажной команды ушел торговать имени. У него на рабочем столе фоном пиратский флаг. Он завел себе в интернете блог и пишет туда каждый день сотню строк. Старый Боб не остается, ведь он настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Когда Боб ложится спать, он видит хорошие сны про то, как он вместе со старой командой уходит в поход с луны. Старина Боб несет вахту и не оставляет пост. А цель похода — торговый корабль! Торговый корабль с грузом звезд! Yeah!
кирпичные дома. Старый бог пьет свой гром. Старый бог весел гром. Старый бог не сдается, ведь он настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Настоящий моряк. Спасибо. Зен, зен, зен. Творческое объединение Зен, Зен, Зен. Альбом «Летающие китайцы». Это все. Спасибо вам. Thank you.
еще. Спасибо. Спасибо. Классическое объединение «Зен-Зен-Зен» для вас.